Вы ему показала, ладно, окей. Там тоже драконы, да, левые летают. Какого второго этого? Ладно. Сейчас там второй заходит или как? Я каски бафнул там. Ладно. Так, вот ты расставил метки, кто куда, чего. Да. Все. Я стан кину. Я еще не привык на велике, я привык, что уже всегда кто-то что-то делает. Я второй буду. Я возьму два ребенка. Я его перекину сюда. Тактику знаешь? Да, знаю тактику нормально. Нет, не тебе на тарелке.
такая. С рубиком. Не разбрасывать, я обычно не разбрасываю не буду. На ромбик вяжу. Стали. Дамажим. Отверни, отверни. Так. Кружочка, может как-то надо... Ой, я перебью. Звездочки. Так, я затанчу. И станки. Ты как, не вздыхаешь ты вообще? А, ромбик, наверное, да? С ромбика, да? Ой-ой-ой. Прожимаемся. Ай. Ага, я баба успела прожиться. Я предлагаю зайца треснуть. Позайца. Только встанешь, и блин, сразу вот пойду. А сейчас зайду по новой, ничего не будет. Поздравьте, пожалуйста, меня, что я живу, блядь, в энергонезависимой стране, блядь. Нихуя, сука, света, блядь. В Кыргызстане, блядь, у меня свет опять рубанули, нахуй.
Да, это пиздец, короче, блядь, на пару часов. Ёбаная, блядь, страна, сука. Ёбаные мавры. У кого свет рубанул? У Лака? Да. Окей. Короче, так, блядь, ждать нахуй еще, блядь. Пару часов все равно же, блядь, все пройдете нахуй сами. Блядь, че, блядь, спать. Ой, у меня так самое было. У меня вчера, блядь, в 20-25 нахуй ебанули свет нахуй. Охуенно. Он Олимп зашел. Парни, девчонки, короче, блядь, это на пару часов все равно, блядь, а вы уже пройдете это все. Я, короче, спать пошел. Давай, удачи. Ну, удачи вам пройти рейд. Давай, тебе тоже удачи. А чё у меня готовность пришла? Здесь меня ничто не ограничивает. Законы вашей драгоценной реальности тут не применимы. В этом мире я главный. А, вообще сейчас, я забыла, что я тут. Далеко. Трусов. Слышно? Искра с звездочки. Вторая затанчить. Ой, слушай, что происходит?
танки. Прям, да, да. Сейчас. Если Женжа позволит, затанчу его. Тем не менее. Ой, это что происходит? Он съел ее. И как раз ролик с кружочка. Потом сюда пойдем? Окей. Дыхание сейчас. Это вы рано побежали, смотрите. Блин, я... Поднимайся, ДС. Да, на-на. Хилю. Алло, меня еще слышно? Бля, я все это время говорил, меня было слышно. Привет всем. Привет всем. Али, вроде, да. Когда я не сплю, смысловую вот. Один. Сейчас добиваем. Пять. Вот и ваши благодетели появились. Так, все квадратики. Он говорил тактику. Отлетели.
хотели. Все, сестра моя, что ты? Я сделала то, что должна была сделать, брат. Ты не оставил мне выбора. О, боешка. А, боешка. Боешка. Войны чрезмерно печалят меня, но разрушение и колоссальные потери жизни должны были быть остановлены. Ушки красивые. Сегодня пал один из сильнейших этого мира. Так, где выход? Блин, сколько я ролл кинул вообще? Ага. Вот, четвертый по роллу. Ну шо, ребят, есть пати, ой, есть место для хила? Ой. Это мы СА? Угу. Так я без танка же. Да, я на время сбросил. Я же говорил еще на прошлом, когда.
Ну, я понимаю, когда у меня 12 FPS выскакивает, блядь, это вообще просто жесть. Да-да. Придумаешь? Ой. Я слышу, я в Дискорде. Как ник произносится? ДЦП херу. Да. Но я люблю такие ники, чтобы сложно прочитывали. Ты чисто садист, да? Угу. А я наоборот, когда создаю ник, наверное, думаю, блин, чтобы правильно, красиво прочитали, чтобы было четко ясно. Бывают такие Но прям это моменты. Боль длинных ников, что их постоянно читают неправильно, и тебя потом называют криво как-то. Ну, когда отвернение вынеси, и потом кидают долго этот никнейм. И хоть как называют. А маг на эту. Маг Шаман не подойдет наш? А, нет, слушай. Ладно, не хочу. Авентор? А, это хроникон. Я пойду. Давай. Что мне пишет убито один из четверых у кого-то КД? Нет. Пахнущего деда просто кипите пока на время с рейдом. Мы же войс собирались, а не в склеп. Но в склепе и вас. Мы десятки проносим, а ну. Ну в склеп у меня только КД и все. Так, у тебя тоже. Может быть, это твое КД воет? Паладином давай. Танка не будет. Что в этот? Да, ой, ОС, что парится? Это пока мы сейчас будем двигаться. Да, у тебя после агентора что двигаться, чтобы давать вообще не делать. Че он танк?
А, давайте репати делаем. Да, сейчас идем. Я говорю, у Авентора пахнет вроде это как. А что за приоритет, по которому вы шмотки отдаете в рейде? Типа кто-то выше, кто-то ниже? А я тебе потом расскажу. Ты не против? Сейчас не хочется. Да. Да. Ой, что вы там дохлые? Да. Помогите засунуть, кто здесь? А вы внести факты сами. Не только. А, друидов. Да, он не сел с собой. Чего ты говоришь? Я каски, да. Он чё, фащен, блядь? Нужно больше маны. Нет ещё.
пришел сейчас. Да, краски пасмурно. Ой, ё-моё. Пан танчит, да? Пан и Олимп в шмоте кота, но в шмоте танка, да? Только так и остается. Я надеюсь. Этот, ауру поменяй. Отбегайте, пожалуйста, вообще. Это вот тварь, кстати. Я люблю. Аккуратно, аккуратно. Ты в танк, что ли? Тогда выруби. Да. Да. Хпал баф. Хпал. Да, да, да. Угу. Босс рыбу поставил. Я тоже не замечаю. Видели ночь. Гуляли всю ночь. Кто-то, кстати, в Москве, кто живет, я бывал, ходил в бункер 42. Куда-куда? Бункер. Клуб, что ли, какой-то, я не знаю. Раньше хотела подруга позвать. Просто экскурсии там. Теперь реально был бункером какое-то время. Хенные годы, кажется. Так, рыбу ставлю. Это я туплю. Так. Три пала. Зачем нам крикопы?
Сейчас он даст хп. Аня превратился в девчонку. Все, теперь можно кулаки. Ну пока... Ты по нам дай кулак, да. Че, кто РЧ дает? Я РЧ даю. Давай РЧ. Ты готовы, дети? Все готовы? Я готова. Бля. Так, рейнджа. И у кого поменьше хп. На всех нужен фит. Офигенно. Потом сколько урона? 4500 600. Пец. Набрать? По времени ходить. Я в следующего бог кину. Не надо вару кидать, боб. Поняла, я поняла. Поймет. Че, раньше можно было за деньги договориться? Правда, потом у всех на каждой кнопке стояла макро. Нет, баба, бог. Хочу думать. Машки нет уже, да? Я распыл. Кикаем. Ничего себе, он 65 метров под землей. Бункер этот. А, ну я вот хочу сходить, говоришь. Прикольно. Там ценник типа... для студентов, понимаешь. Бывший работоспособный бункер, то есть понимаешь, что такое бункер, расположенный в 65 метрах под землей. Сейчас как музей работает. В Москве. На Таганке. Фиолетовая линия. Да.
Слышали, кстати, про такой проект, не проект, а прям рабочая схема «Мертвая рука»? Нет. Я слышала про то, что в Америке, не в Америке, вообще по всему миру очень много таких дурачков, они прям скупают и своим детям в наследство дают эти бункеры. Ну вот, по BBC смотрела очень много. Они прям вот живут этой жизнью, что вот завтра они умрут и не запасаются. Прям жесть. Ну так вот, короче, «Мертвая рука». СССР разработала такой план. То есть в случае, если как, по каким-то причинам наша страна не сможет выслать в ответ свои ядерные ракеты, то запустится специальная ракета отдельная в автоматическом режиме. То есть она считывает данные со всей территории СССР. Если где-то появилась радиация, там, ну, взрывы, да, следы вот такие вот. То есть система поймет, что действительно произошел ядерный удар. То в случае, если страна не выпустит в ответ, она запускает эту ракету, и она, прилетая на территорию СССР, автоматически запускает все ядерные заряды, которые есть на территории. То есть вот эта вот ракета и называется как бы «Мертвая рука», по сути. Запускающая в ответ свой Кузькин мать. Так они действуют до сих пор? Я не знаю, действует она или нет, но в принципе эта схема, ну, согласись, достаточно такая интересная. То есть вдруг произошел какой-то прям... Ну просто я думаю, Чернобыль взорвался. Вот как она не сработала тогда. 86-й, по-моему, год. Ну, пойми, то, что как бы Чернобыль — это локальная зона. И в принципе, как бы, эти датчики, они считывают со всей территории. Ты Рентверн смотрел, что ли? Чё ты так? Войт. У меня же КД. У меня КД. Ты же меня утром позвал. В 9 утра, блин. Только что же ходила. 72 уровня он. У меня, сейчас, кстати, я тоже. Придумаю. У меня тоже КД, я могу котом зайти. Это ШП говорит. А что за код? Ну там 201, по-моему. В принципе, можно. Ну там есть спек танка, типа, ну там танк так себе одет. Ну, там сколько ХП нишки? Да я не помню, 1030, наверное, будет. Даже больше. Кулика возьмешь нормально. Так я ж тоже хил. Детяшка ж тоже с вами. Надо мне снимать. Так что, мне заходить на КТ? Масу ДЦП хер. Кот Мишка. Кот Мишка, но там Мишка такой себе. Ну я не... 200, наверное, этим левел. Да, я ходил, не знаю куда. Я плюсанул гильдии с котиком. Кот. Вот нормальный никнейм. Понятный. Как можно было такое суперсложное? Это, знаете, Настя 007. Герой.
Только летают. Ладно, я не буду вам мешать. Спать. Удачи. Доброй ночи. Давай тебе. И тебе всего доброго. Что мне быть, в мишке или в коте? Да. Ретро пишет. Хапал 200. Кстати, а подскажи, пожалуйста, в чем суть проходить вот это ОС плюс 2 с нужными миниками одновременно? Понял. Там есть особенности тактики какие-то? Угу.
Угу. Всем заходить в портал и хилам. Угу. Угу. Окей, спасибо. Ну вот это же и есть. Все, пуляем. Давай. Только точно сначала здесь дом, потом кружок залезть. Блин. Че без проны сейчас убивает, а не этот? Баф. Ты с котик говори, у меня инет пропал. Рефлект.
Три труля в рейде. Ай. Сагрили шатрону. Мне кажется, ты сагрил. Пилилы. Уходим. Ребят, сбивайте ему каст хила. А как его делать? Как его сбивать? Ну, как обычный каст. Нет. Зачем его сбивают? Способностями, которые накладывают эффект Silence. Дебаф. Например, вот этот вот.
О, да, кстати, пойдем. На выход. Еще на выход. Рычаг готовы. Я мелких танчу, да, Мишка? Ну танком нет. Ну я ж мелких драконов танчу, да? Все, я понял. Кого? Кристобав, да, стамина бьет. У меня тоже креста нету. У нас два холипала. Каска пропала. Ой, дай каски просить. Вентер, уйди. Дракончик. На нем есть. Дед, аккуратнее. Еще второй прилетает, Мишка. Мишка. Дракончики.
Да не, она на полной. Пиздец. Лава. А Мишка не выдержит Сатурн? Просто я долго стою, я жду, пока наберет игрока. Это не фу, меткость, у меня там 4% меткости. У никого фласки на хп нету. Не, нету. Танчит Тартарион? Давайте, РЧ и командуй пул. Так, а Мишка кого танчит сейчас? Артарион или двух? Он с Артариона танчит. Ну, попал лицом туда. Веру.
дракончик. Лава. Первый убили? Снимите спах, ночью один для драконов. Живые еще? Слава. Слава. Дерес, у меня завис. Ебись. Я хоть бы успел дать или нет? Дайте иннер есть по престу, по тельтальцу. Да, читал уже. Уже вызывал. Угу. Ай, блядь. Да, я почти убежал уже из-под зоны, а все равно задел. От Ориона, да.
Баб, дайте. Давай на другую сторону перебежим. Геру, да? Геру нет, 3 минуты. Я понял. Да без Геру, наверное, зайдем в следующий раз Геру. Здесь успеем. Дракончики. И дракон прилетел. Пан. Вода его ей просто. И все. Можно так водить, да? Я дам удар. Сейчас проходим. Сон, да, Инна? Все правда. Чего меня смыло? Я же зашел в портал. Опять вышел. Сразу отправляю.
Цель, наверное. Так, где портал? Что такое? Не выйдете вы. Бах или что? Мне страшно, что в Эльдоре будет. Учитывая, что мы сегодня в Наксе багались, тут что-то непонятное. Ну, баги. Там просто столько скриптов в Эльдоре. Сложных. Что, Ульдар отложили или что? На неделю. Ну там же за этот first kill дают 600к. Мне написали, чтобы типа лаги не мешали выполнять эту задачу в виде. На неделю откладывают. Там что-то я покатал, и фул Ульдар открывает. То что? Там фул у Эльдора открывает. Не, по кварталам. Вроде бы сначала первых 4 босса. Типа на 4 босса убиваешь, и за это забираешься, да? Вот, то как-то ты глючишь, не понял вопрос. Ну типа ты убиваешь первых 4 босса, и сколько там первый квартал? Тебе за это 600к дают, блин? А, не, я думаю за полный пронос. А вот, кстати, а как? Я не знаю, как они как? Это... Я не знаю, как будут просчитывать. Не знаю, честно. Пофукать, блин. Почему мне выходит с того? Может это призовой 600к разбить за каждый квартал будет какой-то призовой? Мы плюс один делаем? Да. И все равно будет 213-я шмотка? Бля. Без маны, хил. Прилетел. Таунт, что я сделаю? Нет.
Курики.
Вот, если что, ты главный. Давай, Аркинь. Все, ребят, спасибо за рейды.